Авария в Багратском районе. Сегодня утром недалеко от села Совхакасия на федеральной трассе столкнулись два крупнотоннажных грузовика. Одна фура перевернулась, вторая после удара выехала далеко от дороги в поле. По предварительной информации, машины двигались в попутном направлении, в сторону Абакана. В первой из них перевозили оборудование для частного зоопарка, в частности, купол цирка Шапито. Следом за ней двигалась фура с тягачом МАН белого цвета. Видимо, из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение. Грузовик цирка перевернулся, МАН выехал в поле. Никто не пострадал, машины получили незначительные механические повреждения. Для транспортировки вызвали эвакуатор.